Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп», меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. В этот день лучше всего заниматься самообразованием, тем более, что повод для этого всегда найдется. Возможно, это сможет освободить вас от более утомительных трудов. Телец. Жаль, конечно, портить такую хорошую крышу, но ее лучше бы прибить гвоздями, на худой конец привязать. Сегодня опасность ее лишиться приобретает угрожающий характер. Влюбитесь вы, что ли? Близнецы. Не жалейте денег, побалуйте себя небольшим, но приятным подарком или деликатесным ужином. С финансовой точки зрения намечаются перемены к лучшему. Рак. Откройте двери и окна для новых возможностей, и они придут. Главное вовремя двери и окна позакрывать, чтобы их посещение не оказалось транзитным. Лев. Самое ординарное событие кажется удивительным, когда происходит с вами впервые. Этот день готовит вам подобное переживание. Не волнуйтесь, у вас есть на кого положиться. Дева. В этот день вам море будет чуть выше колена, горы по плечо. Примерно такое же настроение будет овладевать каждым, кто окажется с вами рядом. Если не перейдете границы дозволенного, этот день будете вспоминать очень долго и с удовольствием. Весы. Чем шире вы распахнете двери, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет. Впрочем, последних можно и отфильтровать. Скорпион. Вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка. Как это ни смешно, причина подобного поведения окружающих вполне может заключаться в вашем настроении. Стрелец. Что-то напомнит вам о прошлом и о том, какими были вы несколько лет назад. Это напоминание подскажет довольно неожиданное решение для проблемы, которая вас занимает. Козерог. Можете рассчитывать на помощь, тем более, что сегодня она вам наверняка понадобится. Правда, придет она не сразу, а лишь тогда, когда вам надоест ждать. Водолей. Вы можете впасть в страшный грех. Вас обуяет гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит. А вот извиниться вечером перед всеми теми, кого успеете обидеть за день, придется. Рыбы. Этот день будет легок и приятен. Рекомендуемые занятия – это прогулки, вечеринки и прочие развлечения. Ответственных решений лучше в этот день не принимать.